Привет всем! Добро пожаловать на мой канал, и мы с вами продолжаем проходить Resident Evil 7 VR. Так, в конце прошлой серии мы открыли себе проход здесь. Так, единственное, что здесь Маргарет ошивается. Ну, в принципе, нам пофиг. Мы по-быстренькому уходим дальше. Блять! Как же противно, мерзко, отвратительно. Блять, чтоб тебя! Как же вас много, какие вы стрёмные, вы еще каком-то таком пониженном FPS как будто двигаете. Так. Он меня развернул. А так, где мой диван? Все. Все? Нормально? Все. Так. Топливо. Права. Так, подождите, там можно провалиться, да, мне кажется? Что-то такое вспоминается. Так, ничего у нас, ни монеток, ни креветок. Так. Так, это то место, где мы играли Мией. Да? В принципе, понятно было уже давно. Я решил еще раз это констатировать. Так. Стоп. А как и что? Так, там ворона. Никаких вороньих ключей у меня нет. Давайте сначала попробуем сходить сюда. Вроде никто закрывать не спешит. Так, патронов на дробовик у меня с собой же нету? Нет, это хорошо, надо не забыть, что дробовик нельзя перезаряжать. Мы должны выстрелить эти 4 патрона и пойти его там бросить. Вместо поломанного, а поломанный забрать, починить и радоваться небывалой мощи. Так, и то? Так, подожди, на огнемет это все что есть, да? Тараканы. Так, я очень надеюсь, что тут у меня никто кидаться не будет. Так. Получи. Так. Так, я взял рукоятку. Рукоятка мне нужна даже не в одном месте. Жук, ты, блядь, тут делаешь, а? Огонь ты. Ладно. Еще, гляньте, сидит она, блядь, трутенький. Да, блядь, жук, сука. Оп, полетел. Да как, сука, ты, блядь? На. Козел, маленький, ублюдский, быстрый. Гребаный жук. Так. Так, а Маргарет за нами тут не идет, вроде нет. Можно тут это использовать? Можно. Так. И теперь. Теперь я могу это использовать в другом месте. Там, на мостике. Да? Вот здесь. Так. Так. Надо потихонечку. Маргарита где-то здесь. Она прямо здесь, за дверью, если что. По-моему. Уходи.
Ты никому не нравишься, тебя никто не любит. Уходи. Она, по-моему, уходит, кстати. Так, бежим! Ай, блядь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Подождите! Пока ты, блядь, не расчехлился! Ты, блядь, сука! Может, мне не даст, блядь? Так, быстро! Пока Маргарита не идет никуда! Крути, крути! Блять, крути. Так, закрой дверь. Закрой, блядь, дверь. Фух, как мы справились. Даже особо не покусали. Топливо, монетка. И ключ с вороной. Мне кажется, она сюда идет просто, вот в чем прикол. Не, она где-то далеко. Я чё? А где нам еще нужен ключ с вороной? В доме? Да? Ну и здесь. Вот там вот дальше. Так, а ну-ка подождите секунду. Так, вот, тут и первый этаж дома показывается, отлично. Так, ключ с вороной. Вот, на первом этаже, там, где запасы у нас находятся. Запасы. Так. Потом. Да. Подвал, типа, да. Здесь не, здесь мины нужен. Ага, короче, вороне ключ нужен только тут, в этом доме, и в главном доме, там, где это. Где она? Вон, она идет сюда. Блядь, она прям сюда идет. Уходи! Я тебя не люблю, уходи. Так, кстати... Огнемет зарядим. Ты уходишь? Родная. Да, вон она пошла. Так, там, я надеюсь, мы взяли все, что могли. Так. Женщина уходит. Так, нам надо опять блядских жуков пробегать. Пробежали. Так. Женщина, как мне проще вас будет обойти? Это, наверное, вот так. Через эту. Через щель. А куда я иду? Зачем я вообще туда пытаюсь идти? Гоню. Конечно, к дому двигаться. Я и шел туда, чтобы скинуть вещи, чтобы сохраниться. Молодец. Итан, ты то как-то быстро... Я не знаю, это двойной спринт есть, то как-то... Я как-то не дожимаю иногда. Так, давайте зайдем сюда, сейчас все скинем. Кстати, видики в самом кассеты не было? Нет, не было. Кассеты тут не провтыкал, да, ходил, думал. А вроде бы нет. Так.
Выложить. Этих древних монет мне интересно. Так, это деталь, способная приводить в действие разные устройства. Класс. Пока выложим. Не знаю, где ты мне можешь пригодиться на данный момент. Так, ключ с вороном. Так, это все оставляем. Стоп, а сколько у меня древних монеток? Две штуки. На 9. Так. Так, отправляемся в дом. Так, Джека ж как бы нет. Я правильно все понимаю? Никто нас трогать не должен. Ничего не. Блин, монет реально. Где мне еще? 7 штук найти. Даже не знаю. А как же тут пыльно, узко. А чё мы? Меня жуки покусали? Блять, ну вот это, конечно, вообще уже, блять. Так. Что у нас тут в перемочке? Живет. Так. Нужного топлива возьмем еще. Гранатомет. Порох. Нецка. Где-то еще валяется. Нет, ну, нет, эпоксид есть. Красный. Зажигательный боеприпас. Гильзы для дробовика, бля. А уже гляньте, уже не лезет. У нас тут что-то помимо гильдра дробовика осталось, нет? Да как-то я и не вижу ни хрена. Да? Так, гранатомет. Гранатомет, и к нему у нас... Так, один патрон заряжен. Один патрон имеется. Так, давайте... Пойдем сейчас, собственно, скинем все лишнее, заберем еще патроны на дробовик. Так, тут же никто ничего, да? Ниоткуда. Можно спокойно бегать, как будто у себя дома уже. Ну это пока, по-моему. Так. Так, хватит прыгать. Не, вообще да, это мы пока выложим. Это тоже. И это. Так, остальное оставляем. Так. Провод, как ты мне порой мешаешь? Так. Три патроны на дробовик. Три патрона, я, по-моему, сказал. Ну ладно. Три патрона. Так, и мы кидаем дом. Возвращаемся туда. К Маргарите. Надо бы мне вспомнить, где второй ремонтный набор лежит. Уже бы пистолет восстановить бы. Ну, я тоже не против. Таком мощнее же, чем этот. Поэтому у него обойма меньше. Так. Вылажим. Говорит, от греха подальше. Тише. Будем стрелять с пистолета и жечь
огнеметом. Так. Это он всегда бы ты так быстро бегал, а? Было бы так круто. Для этого надо было как-то все как бы лицом прямо стоять. Нет, в некоторых местах он так не бежит просто-напросто. Так, Маргарита, я вернулся. Ты не забыта, не переживай. Так. Ну-с. Сразу хочется обойти. Ох, блядь, ты чё? Маргарита! Ой. 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 Ну ладно, мягкий хуйсос, шутки в сторону. Да, ты чё, охерела? А? Да получи, блядь! Да иди ты! Сдохни! А! Огнемет! Огнемет! Блядь! Пожалуйста, дайте вылезти. Дайте, дайте. Я не знаю. Может быть, надо было херячить ее чисто с огнемета? Но я не уверен. Так, туда, мне кажется, лучше... Да? Не слазить? Ну, лампа какая-то непонятная. Да не нахер, блядь, я туда не полезу. В жопу. Ах, сволочи, блядь. Конченые. Совсем причем. Так. Зоя, ты снова попыталась пробраться на второй этаж, да? Что думала, не замечу? Даже после того, что стало с Эвелиной, ты все болтаешь о каком-то непонятном лекарстве. А что ты собираешься сделать с моим алтарем? Держи-ка свои вороватые руки от него подальше. Никто не смеет прикасаться к святому алтарю. А, думаешь, твой отец и я дурни? Избалованное убогое дитя. Лучше бы ты не появлялась на свет. Ты такое ничтожество, а смотришь на нас сверху вниз и хочешь сбежать из дома. И это после всего, что мы для тебя сделали, ничтожество, ничтожество, ничтожество. Если ты хоть раз дотронешься до моего алтаря, я отрежу тебе грудь и зажарю ее на обед. Как-то это... Ёбнутая совсем. Так, ладно, открываем. Ну вот когда она падала на меня сверху, было такое ощущение, что на тебя реально падает человек. Я же хотел отпрыгнуть, хорошо, что прикосновение моих ног к моей кровати держит меня в реальности, я никуда не прыгаю. Так. Добрый день. Так, Итан, ложи. Можешь ты, блядь, никуда не можешь позвонить. Так. Добрый вечер. К алтарю я пока не буду подходить, они-то какая-то кувуду, да? Это как вот эти, да, типа черные эти ублюдки, что ходят. Это примерно так, еще патроны на дробовик. Так, дробовик, не перезаряжать, господи, что это такое? Это действительно, что это, блядь? Фу. Я не знаю, Итан, что это такое.
Ну нахер. И тут, знаете, есть такое ощущение от Итана, вот тут, как бы находясь в его роли, как и от Леона, вот в ремейке второй части, что ты это новичок. Ты вот впервые сталкиваешься с такой всей ебулой в жизни, так сказать. И как-то все, ты неуверенно, бегаешь херово, поворачивайся как-то медленно. Вот, и так же было с Леоном, но в ремейке, в четвертой части, как бы, в версии для квеста самого, прям чувствуешь, что Леня уже такой матерый, ты и то, и все, может, мне вот интересно, будет ли такое ощущение между седьмой и восьмой частью Resident Evil, как бы, от самого Итана, или это чисто было потому, что это был мод, а то было, как бы, от разрабов. Посмотрим, так. 11 октября. У меня весь день звенит в ушах. Не могу заснуть с тех пор, как появилась маленькая девочка. Как говорит Зоя, эта девочка странная, и женщина, которая с ней пришла, тоже. 15 октября. Мне чудится и слышится всякое, и меня все время тошнит. Я пошла в город к врачу, и там мне сделали рентген. Что со мной происходит? 23 октября. Девочка мне кое-что подарила. Какое это октября? Я положила подарок в тайную комнату в задней части второго этажа, где его никто не найдет. Это рука, признак доверия девочки ко мне. Эта рука приведет нас к счастью. А если кто-то захочет испортить это счастье, то я его просто убью. Вот так вот это вот. Типа как... Как ее там? Элеонора, это чей Эльвира? Не забыл. Заразилась семью Бейкеров. Короче... Так-то была у них нормальная ферма, нормальная семья, дочка, ну сын только чокнутый, мне кажется, без этого всего был также, но... Ага, мне надо лампа. Чтобы это открыть, мне нужно... Это оттуда кто-то? Или это я дернул? А нет, это я тебя так дернул. Уже потом оттуда пытается кто-то вырваться. Так, получай. Так, дробовик не перезаряжаем, не перезаряжаем. Лучше в руки не брать, от греха подальше. Так. Древняя монетка, хорошо, но мне бы еще и патроны, вы что-то как-то это... На патроны жлобитесь, я вам прям хочу сказать. Последнее время. Что за? Так. Касательно сыворотки серии Прочерк. Следующие предметы позволяют синтезировать сыворотку. Серия D. Черепной нерв. Серия D. Периферический нерв. Ну. Кажется, все. Так и что теперь? А? Ну как? Ты нашел сыворотку? Я покончил с твоей мамой и ее ебаными жуками. Что ж ты не предупредила? Ну, прости. Так что насчет сыворотки? Не нашел. Но я выяснил, как ее сделать. Голова и рука серии D. Ерунда какая-то. Голова? Голова у меня где-то здесь была? Правда? А вот насчет руки не знаю. Ты весь дом обыскал? Нет, не успел. Остался второй этаж. Ладно, проверь. Если найдешь, приходи к прицепу. Так, ну чтобы там пройти, мне нужно это вот, ну... Вот эта лампа, с которой... Маргарет и ходила, собственно. Жижи нет, лапа, лапа, лампа есть. А что, я тут пройти уже не могу, да? Почему? Я вроде бы мог тут проходить. Понятно. Итан, ну? Итан, а можно как-то спрыгнуть, что ли? Не знаю. Нет, вроде.
А, вот что должно было произойти, она почему-то это не делала. Ай, бля, а муха. Извините, я не иду с ней сражаться, типа. Охуеть. Это что-то новое. Не то слово, блядь. Я бы тогда за дробовиком сходил, за патронами, блядь. Вы чё? А? Женщина? Ну вас нахер. Давайте вы не будете появляться вообще, в принципе. Я ж не буду сейчас с вами сражаться. Так не должно быть просто-напросто. Там улица. На улице я с ней, по-моему, сражаться не буду. Так. Ага. Она здесь. Я это помню. Так, отворяй ворота. Бля, вот шо-шо, с ней как-то вообще, по-моему, стрёмно сейчас будет воевать. Как? Я пропустил? И он тут появился. Хм. Я думаю, я просто пропустил. Так. Что нового у нас? Так, то. Так, делаем как-то так. 345, 354, я уже выговариваюсь. Так, и что нам, собственно, делать дальше? Не, ну с паскудой как бы идти воевать не очень хочется, если честно. Она просто страшная, до одури. Она будет хорошо вооружиться. Та дверь, через которую мы потом выйдем. Так. Опа. А где это? Туалет с кучей бычков. Тут спрятано кое-что интересное. Найди, если сможешь. Туалет с кучей бычков. Блин, а где это может находиться? Ладно, потом поищем. Унитаз, в принципе, где угодно может стоять. Я тебя слышу, звучишь-то неприятно. Поэтому у меня нет стремлений с тобой встречаться. О, знаете, саженцы. Твердое топливо. Так, я так понимаю, я смогу гранатомет изготовить. А вот отмычки у меня нема. Нема. Так, нет, ну туда я явно не пойду сейчас. Типа, мне надо идти брать дробовик усиленный. Там мне надо идти брать гранатомет. Короче, я думал, мне уже все закрыли, типа, пока не убьешь, не выйдешь. Спасибо, не надо. Так, а ну-ка теперь. Смотрите, у них... Так, это ж...
Ну, это внутри, в здании, но это как бы, ну, похоже на ванную комнату, потому что там есть полотенце помимо унитаза. Как бы помимо того, что там просто стоит унитаз, там как бы еще полотенце висят, поэтому это как бы, ну, напоминает какую-то ванную комнату. Скорее всего, она где-то в доме. Так. На, пошлите глянем. Думаю, что должно прям так тяжело быть ее найти. Так, ванные, ванные, где ванные? Смотрите, это не там, где сейф. Прачечная или какая? Так, в доме сейчас, я так понимаю, вообще, в принципе, хорошо и безопасно, как говорится. Так, это праздничная, но у нее туалета нет. И не было. Там не сильно на эту комнату и похоже было. Я так чисто бежал. Так, вылажим, вылажим. Пока ставим. Так. Здесь... ванных комнат я вообще в принципе не помню. Наверху только. Да? Что-то там, ящик. Так, ну да. Значит, наверх. Так, а какой там? Там змея. Вот мой дробовичок. Не, ну, придется тогда, если сейчас бабки надо будет уже идти воевать, так сказать, то придется выложить дробовик с одним патроном все же. Так. Интерьер вот как вот, вот здесь. Типа этого этажа. Скорее всего, это там будет ванная, просто чисто думаю, мало ли. Та где-то не по назначению стоит. Не знаю, правда, почему. Так оно так и есть. Это не это место. Вот он унитаз, но не такой. Блин, там точно унитаз? Точно унитаз. Подождите, это... не у меня в контейнере там? А? Потому что просто если... так, тут... а тут ничего нет? Капает. Не капает. Ничего. Не валяется нигде больше. Так, не так, так. Я хотел... ванная. Главная спальня, склад, я не знаю, если мы там где-то в месте, которое я еще не открыл. Гостиная. Да, я не вижу, короче, нигде. Больше ванных, туалетных комнат. Интерьер такой. Так, а тут закрыто, да? Да, отмычки у меня нет. Что, кому-то... кому-то где-то здесь это должно быть. Вот, но его нет. В бабушкиной комнате, ну, точно нет, не та, да? Точно. Так, здесь ничего у нас не закрыто. Все открыто, да. Ах, так. Давайте спрыгнем. Точно ж не тут. Не в гараже. Да нет. Я тут ничего такого не вижу от слова совсем.
Там наверху такого нету места. Так, а тут я еще не прошляпил. Так, я не знаю, идемте в мой этот контейнер. В том старом доме я тоже таких мест не помню. Типа еще пепельница с кучей бычков там должна быть, как бы. Так, чё, давайте дробовик менять. Так, пошлите его чинить. Блин, ну точно тут нигде? Ну нет, тут унитазов нигде нету. Чтобы это было здесь. Там. Там внизу я интерьеров таких не помню, как на фотографии. Я не знаю, мне кажется, это может быть тупо в моем контейнере, ну и там, как его купить. В доме на колесах, который стоит во дворе. Вот, да. Что я взял? А вот патроны для магнума, вот что я подобрал. А магнума у меня нету, я его не открыл. Так, там все. Так, это вылажим. Это мы не вылажим, это мы просто зарядим. И мед мы возьмем. Мы нож. Ну, не то я хотел сделать. Ладно, идите. Так. Угу. Гранатомет есть. Зажигательный боеприпас есть. Гильзы для дробовика возьмем. Ремкомплект. Так, ремкомплект. Во как. Ну видите, в этом нам два дало. Мы там один оставили, два дало. Мы по сути на один патрон, один хрен в плюсе. Того у нас 32 патрона на дробовик. Это вообще как бы серьезно, по-моему. Так. А теперь теперь, так, это нам уже не надо. Пистолетные. Так, мне вот интересно. Если мы берем. Да ёп, блядь. Подождите, а тут такого. Вот, есть. Да, как я и думал, зажигательные боеприпасы и боеприпас для гранатомета. Каждый выстрел вызывает небольшой пожар. А это нервно-паралитические боеприпасы. Раз для гранатомета такие выстрелы поражают нервную систему мощным токсином. Ну и мне кажется, вот это нужнее сейчас будет схватки. Так, значит, мы берем. Раз, ну и два, наверное. И твердое топливо. И создаем. Вот так. Мне кажется, я как-то так должен с ней справиться.
мы сделаем вот так, вот так. Что я сделал? Я выложил, господи, хоть не выкинул. Так, нож я просто возьму с собой. Как бы, пусть будет. Чё, зачем я его вообще сюда переместил? Пусть будет здесь. Вот. Так, ну и в принципе... Вот моя двухстволка. Вот мой гранатомет. Ну, бабка, я готов, как говорится. Ой. Так, все взял, ничего не забыл. Вроде бы ничего. Так, патронов на дробовик у меня здесь больше нету. Магнум. Сломанный пистолет. Вон он. Аккумуляторы. Да нет, все. Ничего. Так. Так. Так, друзья, и на этом мы заканчиваем нашу подготовку к сражению с бабкой и, собственно, нашу сегодняшнюю серию. Я знаю, как всегда, останавливаемся на самом интересном, но, как говорится, по закону жанра. Вот, надеюсь, нам всем, нравятся мои приключения. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А если есть какие-то вопросы или просто желание пообщаться, пишите свои комментарии, я обязательно вам постараюсь ответить. Вот, жду вас в своих следующих видео. А сейчас всем удачи, всем пока!